31 июля 2021 года Ярополк возобновил свои летние тренировки. Целый август мы будем бегать 3 раза в неделю. Но помимо бега в лесу у нас также будет потом бокс на улице, силовая, пресс. И в сентябре перейдем только на раз в неделю, это по субботам. Поэтому сегодня не так много тренировок. Человек собралось. У нас всего 8 бегунов, 7 спортсменов и 1 полуспортсмен. Ну что ж, побежали! Так, максимально ускоряемся в гору. Понятно? Побежали! Быстрее, 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 умница! Давай, 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 давай! Ай, Леха, красавец! Серёжа, ты догоняешь! Фронтальная стойка. Упражнение, так скажем, на раскидку и выносливость. Спокойно, спокойно, жестко, жестко, спокойно, спокойно, жестко, жестко. Первая тренировка, конечно, немного тяжело. Пробежали мы где-то 6 километров. 3 раунда по боксу. Потом 2 раунда на выносливость и пресс. Два подхода сделали. Сейчас после хорошей тренировки пойдем окунемся. С каждым разом тренировки все будут набирать обороты. Поэтому спортсмены клуба Ярополка 10 лет и старше, а также все желающие красногорцы с 12 лет и старше, присоединяйтесь к нам. Мы всегда выставляем. Весь август мы планируем бегать. Вторник, четверг с 7 до 8:30. И суббота. Ну, это либо утро, либо обед. Окунемся!